Механика, электромагнетизм, оптика, атомная и ядерная физика. Все это слова, знакомые вам еще со школьной скамьи. Их вы могли видеть в теоретических учебниках или на уроках в старших классах. В московском политехе перешли от слов к делу. Привет, меня зовут Денис, а это рубрика «Точки московского политеха». Представляем вам лабораторный практикум ФЮИ на базе кафедры физика. На данный момент ФЮИ — это лаборатории, где каждый может изучить физические понятия не только в теории, но и на практике. В этом помогут квалифицированные преподаватели. Здесь изучают основы механики и молекулярной физики. Законы электричества и магнетизма. Природу оптических явлений. Уже сегодня здесь развивают и внедряют новые образовательные технологии, формируют инжиниринговые компетенции и повышают качество подготовки кадров. Все лаборатории ФЮИ находятся в корпусе Московского политеха на Павла Корчагина и являются участниками Всероссийского фестиваля «Наука 0+». Студенты имеют доступ к каждому из лабораторных стендов, а это значит, что пары в нашем университете точно не скучные. Это была рубрика «Точки Московского политеха». До встречи в новых выпусках. Пока!